чайка, или обыкновенная чайка, или речная чайка. Вид небольших птиц из рода Кройкосефалус, семейства чайковых, гнездящихся на обширной территории Евразии, а также на Атлантическом побережье Канады. Обычно на территории России ее часто можно наблюдать летом на реках и озерах, где она кружит возле проходящих судов в поисках подкормки. На большей части ареала перелетная птица, хотя в некоторых районах Западной Европы ведет оседлый образ жизни. Гнездится преимущественно на небольших пресноводных водоемах колониями, размер которых может достигать нескольких тысяч пар. Часто селится вблизи больших городов и пищевых свалок. В брачном наряде среди других видов чайкаек выделяется темно-коричневой головой и белым затылком. Это одна из самых распространенных чайкаек в мире, ее общая численность превышает 2 миллиона пар. Небольшая изящная чайка с округлой головой и тонким клювом. Длина 35-39 см, размах крыльев 86-99 см, вес 200-350 грамм. Значительно, примерно на треть, крупнее малой чайки, но несколько мельче морского голубка и сизой чайки. Среди особенностей окраса – широкая белая полоса в верхней передней части крыла и черная кайма в задней, характерная также для морского голубка и бонапартовой чайки, но не встречающейся у других видов. Относится к группе чайкаек с двухлетним циклом оперения. Гнездится в умеренном климате Черного моря на всем протяжении с запада на восток. В период размножения обитает преимущественно на внутренних водоемах со сплавинами и заломами кустарника, озерах, поймах и дельтах рек, прудах, болотах, торфяных карьерах, где гнездится на мелководье и заросших островах. Реже гнездится на морском побережье в заболоченных бухтах, лужайках и дюнах. В последние годы все больше становится синантропом, в поисках корма осваивая городские свалки, рыбоперерабатывающие заводы, предприятия легкой промышленности и городские водоемы. На пролете и в местах зимовок главным образом встречается на морском берегу и в дельтах крупных рек. Основу питания составляют беспозвоночные животные, дождевые черви, стрекозы, жуки и их личинки, двукрылые и другие насекомые. Из животных кормов также питается лягушками, ослабленной болезнью рыбой и мышевидными грызунами, такими как серая полевка. Часто кормится пищевыми отходами на свалках, в местах переработки рыбы и других продуктов, и в городах. Корм добывает на плаву с поверхности воды, на суше и в воздухе.